Весло-Одерская операция – одна из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. 6 января в связи с крупной неудачей англо-американских сил премьер-министр Великобритании Черчилль обратился к Сталину с просьбой оказать помощь и срочно провести наступление на фронт Вислы и где-нибудь в другом месте. Поэтому 12 января 1945 года Красная Армия перешла в наступление, которому предшествовала мощная артподготовка. Эффект от удара превзошел все ожидания. Выполнение основной задачи операции возлагалось на войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, командующими которых стали Жуков и Конев. Уже утром 17 января бои начались на улицах Варшавы. Немцы практически уничтожили весь город. Крупнейшие промышленные предприятия были стерты с лица земли, а жилые дома взорваны или сожжены. Кроме того, гитлеровцы оставили Варшаву заминированной. Операция завершилась 3 февраля 1945 года. Память о победе как символ боевой дружбы двух братских армий в пригороде Варшавы, Праге, был воздвигнут памятник. На границе на двух языках, польском и русском, высечены слова: «Слава героям Советской Армии, товарищам по оружию, которые отдали жизнь за свободу и независимость польского народа».